Вот такой пуховой получается у нас. Вот я поменяла цвет. То, о чем я вам говорила. Последнюю петельку мы можем оставить. И снова продолжаем вязать. Берем следующую петельку нового ряда. Захватили, высоту вытянули. И просто вот этой последней петлей, вот этой последней, чтобы она не вытягивалась. Видите, она одинаковая получается. И здесь регулируем. Все. Отрегулировали. Можем ту снимать. И продолжаем наше вязание. То есть в каждую петлю снова провязываем. Если у вас нитки новые, можно вязать новыми, можно, как я, вот со старых вещей. Надеваем, захватили, провязали, надели. И мех, как я вам уже вот показывала, вот здесь видите, он примерно одного. То есть вы затягиваете, он примерно одинаков. С обратной стороны наши изделия выглядят вот так. Можно вязать через одну, тогда коврик будет более не такой пушистый, теплый, более такой мягенький. Ну, так вот мы довязываем это. Хотите, чередуйте цвета, хотите одинаковым цветом. Это все зависит от того, как вам позволяет фантазия. Нитку с изнаночной стороны. Здесь покажу. Вот видите, я закончила вот этим цветом, начала этим. Я просто его связала обычным узелком и обрезала.